Як гадаєте, Марко, чи буде ще одна спроба ось такого заколоту на території Російської Федерації? От нещодавно західна преса і Христо Грозів писали про те, що якщо Пригожина не приберуть, то він знову спробує скинути Путіна. Чи вірите ви в те, що колись оцей м'ятьйош, як вони це називають, може стати успішним або, бодай, наполовину успішним? Ну, я пока таких предпосылок не вижу, если честно. Вот я лично, я не знаю, может быть, кто-то располагает более интересной информацией, которая дает для этого основания. Я пока для этого предпосылок не вижу. Потому что, понимаете как, Пригожин, он же ведь не просто руководил ЧВК Вагнера, он создал машину, в том числе информационную, достаточно эффективно работавшую, которая создала ему имидж такого борца за права, каким он вообще ни разу никогда не являлся. Действительно такого внесистемного субъекта, который вдруг обрел невероятное влияние и военную силу, которую он решил употребить на достижение справедливости. Он же так и назвал марш справедливости. Смотрите, Кремль, хоть и невнятно, но он постепенно вышибает все вот эти ресурсы, рычаги из-под не только самого Пригожина, но и из потенциальных таких же. Смотрите, они на опережении стали работать. Вот эта публикация о том, что Суровикин там сидит под домашним арестом. Неожиданная смерть Житко. Сам Пригожин, он ничего больше не имеет в России. А что, у него все позакрывали, все отняли. В Беларуси, ну, наверное, что-то как-то. Но численность, которой он там располагает, и возможности, которыми он обладает, они очень-очень скромные. То есть это нельзя сказать, что это какие-то невероятные возможности, которые позволяют осуществить новый поход на Москву прямо из Минска. Я пока такого не вижу. Может быть, это изменится. Но я все-таки склонен думать, что второй раз в одну и ту же реку зайти вещь невозможная в нынешних условиях. Нужно, чтобы для этого внутри, подчеркиваю, России был постоянный раздражающий факт. Ну, не знаю, условно говоря, Белгородскую, Курскую или какую-то там Брянскую область постоянно атакуют рейдами российские, значит, антипутинские комбатанты, там, я не знаю, там, Легион Свободы России, или там РДК и так далее, может, какие-то еще. Вот нужно, чтобы был постоянный фактор нестабильности, а его нет. И поэтому, понимаете как, они же на фронте находились и поехали прямо с фронта вот этим рейдом по этой трассе на Москву и до Ступино доехали. А сейчас-то они где? Из Беларуси? Это же проще все решить. Там они шли, собственно говоря, по маршруту, начиная его штаба в Ростове до Москвы, как бы в полном боекомплекте. Умудрились сбить самолет, 6 вертолетов, 20 человек. Но это сделать было, так сказать, обладая теми средствами, которые они располагали, вплоть до ПВО полковой, да, там, армейской. Но это можно было сделать. А сейчас откуда они пойдут? Из Беларуси? Ну, это немножко другая трасса, другое место и другие возможности, безусловно. Поэтому я пока не вижу. Если только говорить о том, что это более своеобразным будет выступление с использованием, там, не знаю, дезертиров или там, тех, кто не захочет воевать и умирать в Украине, и вдруг они снимутся опять с фронта и пойдут. Но пока ничего не видно такого. На жаль. Як гадаєте, Марку, чи може курс рубля стати, бодай, такою невеликою проблемою для російського керівництва? Бо зараз він 100 рублів за долар. Чи це щось зараз змінює, на вашу думку, для Росії, для економіки? Ну і, зрештою, як на такі коливання реагує населення Російської Федерації? Да нет, ну, население, конечно, болезненно реагирует, потому что для них цены растут. Власть вообще по барабану все. Они на население перекладывают все это. А растет, издержки растут, много чего. И цены, и зарплаты в наполнении, так сказать, падают. Там же много импортных товаров, которые покупаются фактически за валюту. И, естественно, если повышается, падает рубль, то, соответственно, товары стоят дороже. Там постоянный процесс идет повышения цен. Для населения, конечно, только население ничего не предпринимает и ничего не может. А что оно может? Вот. Они как-то выкручиваются по-своему. Вот как это понимают они сами. Что касается власти, ну, она пытается, посредством даже такой плавной девальвации, пытается переложить на плечи населения все издержки, которые в экономике есть в связи с войной. Безусловно, пытается. Безусловно, для экономики это большие проблемы, в том числе, потому что, рубль обесценивается, есть проблемы с санкциями, с Запада очень тяжело получать какие-то виды продукции необходимые, в том числе и военно-производственной продукции двойного назначения. В целом, ситуация непростая. Какой будет динамика, как быстро будут сказываться последствия эмбарго и санкций, отсутствие конъюнктуры на углероды в Европе. Они не продают в Европу уже ничего практически. Европа не получает энергоресурсов. Во всяком случае, в той степени, в какой это было прежде, и давало стабильный доход, это все может сильно сказываться. Но в какой перспективе лучше обратиться к макроэкономистам, более узким специалистам в этой области, и они могут судить об этом более определенно. Но в любом случае, это, конечно, все влияет. Условно говоря, им платят 195-200 тысяч военнослужащим в зоне боевых действий. Да? Это было еще 3,5 тысячи долларов, а теперь это уже 2 тысячи долларов. Понимаете? Раз и съехала за месяцок. То есть ты имел двушечку, а теперь, точнее, трешечку, а теперь двушечку. Сказывается это на его самоощущении. Я могу сдохнуть, а мне еще и денег меньше платят. Да, в рублях-то это одно и то же. Но цены-то выросли. Поэтому то, что ты мог купить за эти деньги, ты уже не можешь купить за эти деньги. И так далее, и так далее. Дуже сподіваємося, що у російського керівництва проблем лише більшатиме. Як ви говорите, зараз не видно нічого за горизонтом, але сподівання залишаємо за собою.